Всем привет! С вами снова Чигравый. И сегодня я по просьбе подписчиков моего канала хочу сделать небольшой обзор о снегоступах моих товарищей по охоте. Для меня это одна из самых важных вещей на капканной охоте зимой, по крайней мере. Вот где-то уже в начале второй половины зимы у нас на Урале здесь снега наваливается столько, что ходить без лыж или снегоступов, ну, достаточно проблематично. Вот. Я, так же, как и многие наверняка из вас, думал, что же купить себе, лыжи или снегоступы. Лыжи — это, конечно же, классика. Вот, взвесив, почитав в интернете много информации, взвесив плюсы и минусы, вот, со слов пользователей, я все-таки решил остановиться на снегоступах. Недаром, как бы, американские трапперы, вот, считаю, что у них намного больше опыта в капканной ловле. Они используют снегоступы больше в своих охотах. Ну, о плюсах и минусах я расскажу чуть попозже. Для начала я вам хочу показать, что из себя представляют снегоступы. Вот. Я подбирал свои снегоступы под свой рост и вес. Вот, на тот момент, когда я покупал снегоступы, мой вес был 110 килограмм. Вот, и это были самые максимальные снегоступы из тех, которые я мог себе купить у себя в магазине. Вот, их длина 90 сантиметров, ширина 26 сантиметров. Вес, рекомендованный вес нагрузки на них был указан 90 килограмм. Вот, я весил 110, повторяюсь, сейчас я вешу 194. Но, тем не менее, они меня выдерживают. Вот, из чего они состоят. Основной элемент снегоступов — это рама. Вот. У классических снегоступов она деревянная, у современных снегоступов она сделана из дюраля, из крепкого. Вот за счет этого вес снегоступов практически, ну, небольшой. Вот этот снегоступ весит около килограмма, где-то грамм 900. Вот. Второе. Чтобы снегоступ удерживал охотника на весу, у него, конечно, должна быть опорная часть. Вот, у классических снегоступов она сделана из сетки, у современных сделана из пластика, который не замерзает на морозе. Вот, пластик, в отличие от сетки, не дает залипания снега на сетку, и снег с него скатывается легко. То есть, когда вы ногу поднимаете из снега, снег с него легко скатывается. При мокром снеге снег не налипает на саму плоскость этого пластика. Вот здесь он гладкий, с этой стороны, конечно, немножко шершавый. Дальше. Крепление — тоже одна из важнейших частей снегоступа. От удобства крепления, ну, зависит от того, как много матершинных слов вы будете произносить на охоте. Чем крепление надежнее, тем проще будет скидывать снегоступ, одевать. Например, когда я перехожу на речку, ну, канал у меня там бежит на одном из путиков, вот, мне приходится их снимать, потом снова одевать. Вот. Поэтому удобство снегоступов, крепление, очень важно. Из чего состоит крепление? Крепление состоит из хлястика, вот, и замка. Вот. Собирается таким образом. Вот. Когда это предварительный сбор крепления, дальше за счет вот этой качалочки начинается затягиваться, вот, крепление. Сейчас покажу на ноге, как я одеваю их. Вот. Также есть разблокиратор замка. Когда вам нужно быстро их снять, нажимаете вот здесь рычажок, и они легко достаются. То есть собрать крепление, вставили в щель, вставили ногу, подкачали сколько надо, сбросили. Это крепление похоже на крепление для сноуборда, для современных. Вот. Здесь идут два замковых крепления для взъема ноги, для носка ноги. И одно запяточное крепление. Ремешок с замком защелкивающимся, чтобы снегоступ не слетел с ноги. Дальше идет подпятник, чтобы здесь пятка не скользила. И еще на снегоступе есть шип. Вот. Чуть позже я вам покажу, для чего он нужен. Вот, как я их одеваю. Сейчас я вам покажу. Ну, вот, собственно, процесс одевания. Ставлю ногу на площадку и накидываю носочный хлястик. Вот, затянул и начинаю подкачивать.
все, затяжка есть. Дальше одеваю ремешок на взъем ноги. Вставил щель и пошел подкачивать. Он затягивается, видите? Вот, затянул, сколько мне нужно. Дальше одеваю под запятную часть. У нее вот здесь резинка такая ребристая, которая не дает скользить ноги. И защелка. Вот, могу одной рукой защелкнуть, как видите, да? Вот я уже наловчился. Можно двумя. Все, снегоступ одет. Он на ноге. Вот, за счет шарнира он так и должен болтаться. Вот, в отличие от лыж, он не должен жестко находиться. Все, если мне на охоте нужно, ну, болтается нога, я могу подтянуть. Немножко их еще остановиться, подтянуть просто. Вот. Или ослабить путем нажима всего лишь на один рычажок. Я могу ослабить. Также я могу повторно натянуть. Система современная, удобная. Вот ремешок запятника тоже регулируется. У него есть большой запас. Я его делаю свободным, потому что он несет как бы страховочную роль. Что еще тут говорить? Все, снимаю, нажимаю на защелку и расщелкиваю. Все, нога снята. Снегоступ приводится в походное положение. Я убираю ремешки, раскладываю его. Теперь все, он плоский, его можно засунуть обратно в сумку. Обтрясти об снег и засунуть обратно в сумку. Да, вот еще один момент. Снегоступы шли в таком чехле, не совсем удобном, дешевом. Вот, с одной маленькой ручкой, которая у меня оторвалась практически моментально. Поэтому мне пришлось сделать ремешок на них, чтобы я мог вот так на плечо их забрасывать. Вот. И за плечом, как с ружьем, можно сказать, также с ними передвигаюсь в походном состоянии. Вот. Такой дешманский. Поэтому либо вам придется самим шить чехол, вот, потому что их как-то надо будет носить. Ну, либо при покупке смотрите, какой чехол к ним идет. Кроме описанных плюсов, у снегоступа есть и минусы. Первое. Они гремят на охоте. Когда идешь по снегу, вот, все эти звуки, хруст, ну, я так думаю, что они громче, чем лыжи. Вот, дальше. Вот эти крепления, о которых я уже показывал, они нужны для того, чтобы зацепляться на склоне на крутом и удерживать снегоступ от проскальзывания. Они достаточно такие крупные. Вот они есть и в переднюю сторону, чтобы с горы снегоступ зацеплялся этим зубом и не давал скользить вниз. Есть задний зуб, то есть при поднятии, чтобы снегоступ цеплялся вот этим задним зубом, не давал проскальзывания снегоступу на заднюю часть. И вот дублированные зубья нейтральные, да, которые предохраняют соскальзывание и вперед, и назад. Так вот, при сыром снеге вот эти зубья забиваются. Вот здесь вот налипает огромный кусок снега, и его приходится палкой сколачивать. То есть останавливаться, поднимать снегоступ в такое положение и палкой сюда просто бить. Ну, это как бы не сильно сложно сделать. Ставишь снегоступ стоймя, палочкой тынь-дыщ, отбил. Вот. Дальше. У снегоступа, как я выяснил, оказалось слабое место. Вот здесь вот, где у вас находится пятка, вот, идет очень сильное давление. И вот в этих местах, вот в этих угловых местах, снегоступ, этот пластик рвется. Вот эту дырочку уже сделал я, чтобы разрыв дальше не пошел. Я проколол ее дыроколом. Вы, наверное, знаете такую технологию, чтобы трещина дальше не пошла. Она, ее нужно остановить на круге, вот на таком. Вот я пытался зашить леской, ничего не помогает. Дальше. Вот этот пластик, он не такой уж и прочный. Он прокалывается сучками. Вот видите, я встал на еловый сучок, его прокололо. Вот, ну, не знаю. Эти снегоступы уже у меня выдержали, наверное, охот 40, может 50. Вот, целое, как вы видите. Следующий минус. Хотя здесь есть гайки с противораскручивателем, то есть у них внутри есть пластиковая шайба, которая прессуется на резьбу, и вроде как она должна предотвращать раскручивание. Они раскручиваются.
Вот у меня уже заменена, я потерял и болт, и гайку. Теперь я с собой ношу, вот специально снял изоленту, чтобы вам показать, запасной болтик с гайкой. Вот видите, да? Висит. Вот, конечно, его лучше примотать изолентой, потому что он может также оборваться. Вот когда у меня в лесу вот это место, гайка с болтом отвалилась, мне пришлось выдумывать. Я сделал с двух сторон палочки, стянул их как-то проволочкой и до дома дошел. Вот. Что я еще сделал? Чтобы усилить это место, я вот здесь пришил капроновую стропу. Вот, ее, конечно, нужно переделать. Она тонковатая. Нужно бы сделать ее потолще, пошире. Вот, и натяг получше сделать. То есть она берет на себя часть веса и защищает вот этот пластик как раз вот в этом самом слабом месте, где вот он рвется. Вот эти места. Ну, это, наверное, все минусы, которые я нашел в этих снегоступах. Остальное меня все устраивает. Я очень доволен. Купил я на тот момент их, ну, переведу сразу же в интернациональную валюту, где-то за $50. Вот, это по ценам 2014 года. Вот, за $50. А сейчас столько же стоят лыжи у нас. Вот, охотничьи лыжи шириной 20 сантиметров, длиной 1,65-1,80 м. Вот, они также стоят где-то около $50. То есть цена соизмеримо с лыжами. Вот. В интернете я видел умельцев, которые делают такие снегоступы сами. Ну, конечно, не такого качества, попроще. Делают их из трубок этих водопроводных, металлопластиковых. Вот, обтягивают капроновыми нитками, делают сеточку на манер канадских трапперов. Вот. Вы можете поискать по запросу снегоступы своими руками. Конечно же, больше видео можно найти на английском языке. Вот внизу видео я вам напишу несколько запросов, по которым можно будет посмотреть фильмы на том же YouTube от иностранных трапперов, которые своими руками делают снегоступы. Вот. Ну, у меня руки не такие прямые, чтобы сделать снегоступы своими руками. Поэтому я купил. Я такие снегоступы себе хотел давно. Я себе их на Новый год подарил. Вот, доволен. Заметно по моему лицу. Препятствия преодолели. Сегодня наст, и тем не менее передвигаться достаточно комфортно. Я несколько раз упал, чтобы показать вам, что встать не так уж и сложно. Снег, конечно, сегодня не очень глубокий, сантиметров 25. Вот, и тем не менее, из-за того, что они легкие, малогабаритные, вставать, ну, достаточно легко. Как видите, сквозь кустарник в них тоже реально проходить. В таких условиях, конечно, я охочусь очень редко. Я даже не припомню. Но тем не менее, если они будут, я знаю, что я там смогу пройти.
А вы на лыжах сможете такое повторить?
Итак, сегодня я попытался сделать небольшой обзор про снегоступы, которые у меня есть. Вот, я вам, конечно, показал самые экстремальные трюки, которые на них можно выполнять. На обычной охоте такого не происходит. Вот, но видя то, что можно делать с ними в экстремальных ситуациях, вы понимаете, что любая горочка для них, там дерево упавшее, это ерунда. Вот. На лыжах я ходил в армии. Вот, я служил в дивизии Мензижинского. Каждый вторник мы ходили 12-километровый поход на стрельбище в деревню Новую. Вот, и я знаю, что такое ходьба на лыжах по пересеченной местности. Вот, все-таки у меня никакой опыт есть чем сравнивать. Вот. В чем же преимущество лыж? На лыжах, я все-таки думаю, можно идти быстрее по лыжне. То есть бег получается более быстрый, тратишь меньше усилий, чем на снегоступах. На снегоступах ты идешь. Даже если ты идешь по проторенной своей тропинке, ты идешь со скоростью пешехода. Лыжи быстрее. Вот. По накатанной лыжне. По пухляку одинаково, что в том, что в другом ходить. По пересеченной местности снегоступы выигрывают. То есть на лыжах в таком кустарнике, как вы сегодня видели, не пройдешь свободно, как я. На снегоступах можно закладывать повороты по 90 градусов, разворачиваться на месте, разворачиваться на пятачке, даже на камушке можно стоять, даже можно по стволу ходить, вы это видели. То есть снегоступы, они более предпочтительны для рельефной местности, для бурелома. Вот. Я живу на Урале, на Уральских горах. Вот. И у нас местность, она неровная, у нас очень мало просторов, очень мало равнин каких-то. Вот. Везде бурелом, то пригорок, то склон. Поэтому настоящие уральские горцы, такие как я, выбирают снегоступы. Ну, кто-то и на лыжах ходит, но это не настоящие уральские горцы. Всем пока. Если у вас возникли вопросы по снегоступам, пишем внизу видео. Вот. А мне за этот видос ставим плюсики. Тем самым вы поддержите мой канал. Тем самым я буду знать, что вам нравится то, что я делаю. И у меня будет мотивация продолжать делать новые интересные видео. Все, до новых встреч. С вами был Чигравый. Пока.